В музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной открылась выставка художественной фотографии «Суворовский альбом». Снимки, вошедшие в экспозицию, сделаны ребятами, занимающимися фотостудией Тверского Суворовского военного училища. Подробности у нашего корреспондента. На выставке представлены фото разных жанров и тематик. Пейзажи, портреты, натюрморты, зарисовки из жизни училища, кадры, запечатленные во время каникул, фото домашних любимцев. Я шел к бабушке и поворачиваю голову, а там получается так, то, что как параллельно и перпендикулярно проходят дома. И там просвет, и там стояли голуби, и они засветились, и поэтому они оказались здесь. Это с моих каникул. Там показывается о том, как я был на Байкале и на Камчатке. Байкал меня впечатлил своей красотой льда и своими обычаями. А на Камчатке больше всего мне понравилась как раз таки ее красота, ее флора и фауна. В стенах Суворовского училища действует программа дополнительного образования «Основы фотографии». Она помогает ребятам реализовывать их творческий потенциал. За 4 года ее существования воспитанники поучаствовали во многих региональных и всероссийских фотовыставках и конкурсах, занимая призовые места. У ребят очень большой выбор дополнительных занятий. Они могут выбрать абсолютно что угодно. И те, кто выбирают фотографию, действительно, можно сказать, что они увлечены этим делом. Уровень у всех, конечно, разный, но растет очень быстро. Для меня, как для педагога, наверное, самым важным показателем интереса и роста ребят являются фотографии, сделанные вне стен училища. Это значит, что они, оказавшись на каникулах, не бросают это занятие. Прежде чем фотографии суворовцев попали на выставку, они прошли отбор в 3 этапа. Сначала ребята сами оценивали уровень работ, затем проходил отбор педагогом, и в конце фотографии оценивала руководитель Тверского областного народного фотоклуба Ирина Лобанова. Это получился прекрасный альбом, в котором есть все, в котором есть отражена жизнь Суворовского училища. Досуг суворовцев, потом все то, что они снимают в стенах студии. Познакомиться с работами ребят на фотовыставке «Суворовский альбом» можно будет до 11 мая в музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной.